26 апреля на станции проводили испытания выбега ротора турбины. Выясняли, сколько генератор четвертого энергоблока сможет проработать на инерционном ходу в случае отключения собственного электроснабжения. Эксперимент начался в пятницу, 25 апреля, в 23 часа 10 минут. По инструкции, которую подписал главный инженер АЭС Николай Фомин, испытания должны были пройти при тепловой мощности от 700 до 1000 мегаватт. Но руководивший экспериментом заместитель главного инженера Анатолий Дятлов дал команду снижать до 200. 26 апреля в 0 часов 23 минуты.